Так, так, так. Короче, вот и все. Мы почти сделали. Осталось лишь только загрузить. Мне говорили, что многое случилось у нас в деревне. Нужно просто пойти и посмотреть. О, господи, как тут все сломано, блин. Вот, блин, вот смотришь на свою родную вот деревню, вот не знаю, вот просто хочешь пойти. Эх, ну ладно. Даже перепрыгнуть тут тяжело. Тут нету просто, что перепрыгнуть. Нормально нельзя запрыгнуть. Так, сбор просто нужен. Все, нужно посмотреть. О, господи, просто посмотрите. Это что тут произошло? Это что произошло тут? Я вот не знаю. Мне нужно идти. Посмотреть. А-а-а, мой дом! О, боже, нет. Нет, нет, нет. Что с моим домом? Блин, я вот не знаю. Что это, блин, кто это сделал? Блин, вот проклятие, а вот проклятие. Я вот не знаю, что это такое. Почему у меня дом сгорел там просто? Или не, не сгорел, или его взорвали, или подорвали. Я не знаю, что случилось. Ликс, Ликс, успокойся. Мы знаем. Мы привели стройматериалы. Материалы у нас есть. Мы твой дом обязательно восстановим все. Правда? Конечно, правда. Потому что мы такие. Мы все должны работать. Ты тоже вместе с нами. И не будешь грустить, когда твой дом восстановят. И когда у нас все будет мирно, наконец-то закончится свадьба. Или что-то по типу того. Блин, вот вы реально, вот вы правы, вот. Вот реально вы правы, вот я вот. Я вот не знаю даже, что мне сказать. Ну, я не знаю просто, что мне делать реально. Я вот не понимаю. Так, давай, Боб, пошли. Хорошо, подожди. А что ты там делаешь-то? Свадебный день 8. Представляет. Лиц. Давай, давай, давай. Все, почти. Короче, вот такой вот план. Просто пойми, это не так то, что ты думаешь. Ну ладно, думаешь, думай. Просто все. Знай, это твое дело, понял? Надпись «Продается земля с 19 до 23 стоимости 300 изумруда» до сих пор осталась. Ой, о боже мой. Просто не могу ничего понять. Просто не могу. Что тут произошло? Вот, блин, я вот не понимаю, ну что это, вот ну как это могло произойти? Вот тут эта земля, вот смотрите, все лавы залито, блин. Я сейчас расплачусь просто, я не знаю, кто это так с моим домом? Кто это так? Он должен пожалеть. Он должен пожалеть. Раз и навсегда. Так. Вот я не знаю. Выгружайте стройматериалы, давай! Итак, надо заняться распаковкой. Стеклом. И чтобы просто делать ремонт. Три грузовых машин под названием «Бандито» стоят и принесли пока что малое количество материалов. По типу камней, булыжников, а также деревянных досок. Спустя 3-4 часа упорной работы они смогли поставить кран. Конечно, получилось криво, но оно рабочее. Этот кран может показаться маленьким, но обратив внимание наверх, вы поймете, что длина его достигает аж до 100 метров, и он может передвигаться. Ведь у него есть мощные колеса, которые на данный момент скрыты. Клёвый у тебя фонарь получился, но у меня получился меч. Прикольно. Отлично, я сделал свою работу. Фух, мы еле сюда поднялись. Сейчас нужно будет закрыть этот водоисток. Я предлагаю эту белую кварц взять. Давай, сейчас аккуратно я это сделаю. У меня есть парочку блоков, чтобы построиться. Это была последняя земля. Надеюсь, ты ее сможешь поставить. Хорошо. Знаю, у меня тоже один кусок земли есть. Все, это реально последняя земля. Больше нету.
Все, я ставлю. Отличное дело. Получилось. Давай, прыгай в воду, чтобы спуститься безопасно. Отлично, спустился. Тоже. Пора начинать восстановление. Мне придется пока что уничтожить тут все, чтобы восстановить, иначе пока что никак. Начинаю. Итак, он начал просто все уничтожать, чтобы все восстановить. Да-да, вы не ослышались. Пол Джонсон сделал все-таки уничтожение деревни ненадолго, а именно реконверсию, чтобы ее спасти. Ведь потому что мы знаем, что она и так сломанная. Ему придется все тут переуничтожить, чтобы все восстановить. Мне придется даже самую статую свою уничтожить. Ведь она мне и так не нужна. Да, он начал просто убирать все, расчищать всю себе дорогу. Начал расчищать полную дорогу себе. И это все он делал ради блага, чтобы сделать мир получше, а точнее свою деревню. Он пытается делать уничтожение всей деревни. Мы в Кранте! О господи, что это происходит? Мы же 4 часа его ставили сюда! Как он может просто взять и уничтожиться? Мы не понимаем! Дайте нам знак! Почему этот Крант уничтожается? Да-да, Паул Джонсон начинает восстановление. Но чтобы восстановить все, нужно будет уничтожить целую деревню. Это ему будет нужно. О, господи, мы падаем! Боже мой, спасите нас! Кто-нибудь! Везде. Просто на ходу. Просто на ходу. Просто все уничтожалось. Уничтожалось по пути. Как бы что бы ни делалось. Это как лазерная апелляция или что-то по типу того. И он начинает просто ломать все. Мы сейчас сдохнем! И он даже сделал это. Массовую реконверсию. Просто массовую уничтожение на свою деревню. Поймите важность этого, ведь это досконально важно. Что-то начало течь из тела Паула Джонсона. Он уничтожил и очистил все. Но единственное, что он оставил, это просто вот эту равнину. Двух снеговиков и всех живых. О боже мой, что это тут происходит? И тут в небе появился глаз Паула Джонсона, который ударил по земле. И он ударил по земле чем-то. И тут произошло это. Огонь из-под земли начал появляться. Крушить и уничтожать все на своем месте. Все начали орать просто. От боли думали, что все как будто бы в аду, но это было не так. Устранитель биома свою функцию все-таки выполнил, и биом был истреблен. Ну все, я закончил. Пора делать восстановление. Ну все, это уж реальный конец. Пора делать восстановление. Все. Пересоздание. Конец 8 серии. На 3 лайка следующая серия. Финальная серия будет 10.